Так, Издатель. по поводу танков, пиздеж, убили. По поводу танков. Космо в свету на Халеоне. Воет на Адах в свету. Баслопата тьму. По поводу РДДшников. Я остаюсь в свету. Монг тьма. Сники тьма. Дай мне его тьму. Нет. Yes. Мурлок свету. А хотя, хуй с тобой. Давай, короче, во тьму. Монг, Сники, Мурлок, Пиха. Четыре РДДшника. Оляр во тьму давать фридомы. Макрос во тьму. В чем? Прости, да? Лайер в свету. Ну и... Велериныч, наверное, тоже во тьму. Посмотрим. Хватит, не хватит так. Для кого нам пользоваться? Ох, три мага хотя бы инту дадут. Ты просто где-то хочешь. Проебывался. Ну нет, инту. Рибафните инту, по сове. Все, погнали, есть. Погнали. Так. В смысле, пошутил на космо? Вообще на пол. А на второй фазе у кого? Космо ловит мелкий трэш в свету. Приятного аппетита. Спасибо. Космо Халеона ловит, да. Чего? Ну чё, ты не слышал? Я тогда и побыл. Да. Да, понимаю. А ты по хилам раскидывал? Или... Как всегда. Вы с Тимуром. Тьма, остальные свет. Окей. Перебежали. Что-то один не успел, нет? Нет, не успею. Трэш залили. Стопнули по Халеону. Очень интересно, кого ходит у мелкий ад, это делает. Ждем метеор, не бейте его. Метеор в танк. Вообще не бить Халеона. Весь трэш на наш. Заливаем трэш. Вот, блядь, я прям чувствую, что все это будут проблемы с один. Консерва. Входите, Тимур. Рейд. Опять заходит раньше, чем вам говорят, блядь. Ебалом в пол, да? И ГП. Нет, Макрос. Я забыл включить ДБМ. Нормально, все, подкручивай. Подкручивай, подкручивай, двигаемся, еще подкручивай, сильнее жопу медвежью. Шевелись. В итоге мы были в сейф-зоне. Да, но... Рано. Ценный комментарий. Неплохо. На себя его вытяни. Теперь у тебя показывает? Не, он же выключен.
А, ну дальше я не нужен. Таймеры буду. Шар прошел. Вышли, свет. Тьма стопнули. Финмас по Монку. Тенек по Алиару. Талию надо поднять. Ага. Плотнее ко мне под... Ты засолишь его? Мостопаем. 50. Идем. Алгим проверяй, блядь. Ладно, ложись. Не засолишь. Не тот хп. Блядь, ну 260, ну. А чем мы так умираем в один? Немного проблемно. Тали умер. Ага. Что тихо? Так она хоть и сдох. Из-за какой ты сам издох? Хули там делал, я выносил на край, блядь. Куда мне выносить было надо, блядь? А там тебя и Тимура затянуло, что ли? Я тебя понял, хорошо. Да-да-да. Серёжа, мы верим. Нет, Ляр, тебя не амнистируют. Банка. Че, подключаю приборы. Нам нужен ДПМ, да? Ну да, чё то типа, после первого лезвия там похуй, конечно, но... Ну, ты говоришь, ты можешь просто первое прокручивать, если это хуйня не работает. Ну, лучше включи. Чё, вот так вот круги не нарезать, блядь, до первых лезвий. А потом окажется, что я съебался из сейф-зоны в сейф-зону. Я рейд не успевал прохиливать. Танка держать я успевал, но, к сожалению. Я не пытался помочь еще подхилить, но... Увы. Макрос, что тебе не хватает? Я долго пытался тыкнуть в рыбу, над которой куча пидорасов летает. Съебитесь нахуй. Уже поел, спасибо. Максим. Уже без рыбы. Ждаю их. Еще раз хочу.
Даже похоже на нормальный пул. Пихо выносит, метеор готовимся. Прибежали. Ну что, мы не приведем его сзади? Должны успеть. Переводить, пустить. 10 секунд. Отлично. Банка. Тимур. Ходите, если посмеете. Лёва. Кого? На себя протянуть босса, не? Он и так на мне. Да какой на тебе, блядь? Если бы он на тебе был, мы бы... Тимура, БР, Тимур. Мура. Он изначально от меня отпрыгнул. То есть он уже, блядь, от портала. Я себя пройду, как и ничего. Сейчас будет. Ой, ну понятно. Клади рейд еще раз. Блядь, если от портала, то скажи мне, пожалуйста, почему я под ебалом прогрузился и Тимур под ебалом прогрузился? Я его прокрутить не успел. Тимур прогрузился под ебалом, отошел в сторону. Можно тьму потанчить, а? Нет. 100 лет потанчи. Диван сними, остальные запрыгнули, сдохли на тьму. Быстрее. Сколько тебе времени дать, что ли? Между прыжком моим и хэпала и твоим разворотом. Ну хотя бы 1.5 секунды. Тим сошелся одновременно почти. Блять, каждую неделю какие-то ебаные новые проблемы, непонятно откуда взявшиеся. Мурка, поставь шкаф. Ча. Космо надо сунуть. Осесть плохо. Макс, ты уснул? Есть. Не, Мурлок, я не хочу тут неделю все просидеть на одном РСе. Нормальная тема. Это поэтому герои так долго закрывали РСТ? Секрет раскрыт. Да не, алерт тут он. Ничего, хорош. Каску снимай. Дай 30 минут каску. Так я тебе даю вроде 30 минут. Молодец. Посовей инту ребафнить и лапу сам себе накинь. Мерча на пол. Лайер. Прибежали.
Блять. Так купить. Ярко маг сорвал, понимаю. Тут чистро. Разворачивай нахуй его, ебал он брейк, блядь. 4 БР отдавать. Куда демон жив спокойно. Ну, значит, на него надо было хуй забить и все. Перебегать. Не рыбный сегодня день. А то, что долго уносил, да. Ну, они разорвались, там. Смерть, плодение. Аркан Макс сорвал, сказали. Не, ну окно финатное, да. Даже я чуть не сорвал. Алло. Макс, Макс. Говно демоне. Короче, все. Тут я. Блядь, заебал вот, пидорас. Че он тебе пишет? Да, это, у меня не наведен курсор на аккаунт, типа у меня отображается рун, там всякое. Вот я тебе говорил, нужно клацнуть было, чтобы увидеть, по кому ты бил. Так я навел, но надо в аккаунте, типа, вот, мой урон, типа. Мобилу это подыми. Я и сказал, да. Мобилу подыми. Да не, блядь, 50 человек собралось просто, блядь. Дождались трупа Радомираса и потом полетели к нему. Блядь, ёбаные аутисты работают. Готов побеждать дракона. Верчи. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпало... Не ждите инвалидов, которые через полчаса убегают, чтобы диспелить, перебегаете. Там либо я продиспелю, или я не сдох на 100%. Ну, плюс инвалиду еще ГП пропишу. Что ж сыграл у тебя космо? Салю по макросу. Я не бью вообще. На пул, блядь, или что это? Там три, блядь, сальдо залетело. Пиздец. Что смысл? Бегать, чинку жесткий. Ой, блядь. Так, нахуй, на спим. На третий, стопайте. На третьей фазе, танчит, воет, космо на адах. Банка. Тимур. Рейд. Вот это вот охуенная лужа и что-то просто. Оля. Лезвие. Подкрутили. Вы серьезно, блять? Лезвие сожрало. Я сорвал. Это что? Какая-то хуйня творится, блядь. Это я. Он от меня второй раз отпрыгивает куда-то в ебеня. Лера, короче, танк. Лё, у тебя тоже что-то с агро. Может, это механика поломанная на серве? Зайдите, долгните. Накулюйте. Саня, умри. Зайдите в тьму. Саня. Диван, мой.
сложно. Не помогло. Ну, у кого еще мозгов не хватает, блядь, сдохнуть? Нет, ты на отдых. Последняя стадия будет спекнуть макросов танка, блять. Знаешь, такая контрмера, блядь. Это все совсем хуёво. А вы на пулы посмотрели? Кто в кого сдавал? И так далее. А кто в кого? Я знаю точно, почему босс повернулся на вас. Почему? Почему? Ну, нюхач на лопату пули. Скубик на космо. Скубик большого на космо на пули. Все понятно. Ну так почему повернулся Сталев? Ну, может, на пулу типа не было, когда вы вошли. Что ты говоришь? Может, вы отдали на пулы на большого? На первую фазу? Ну, вошли, на пулах нет. Там был на пол. Так, Войд сразу сейчас свет танчит или космо? Да. Войд танчит свет. Космо на отдых. Товарищ Нюхач сдает, блять, на пул Халеона до адиков Войда. Потом Сукубик сдает большого адика Войда. Да? Дальше разжевать? А мне зачем разжевывать? Да тебе ни при чем, а вот двум другим надо бы разжевать. Это как раз таки все нормально по напулу. Нет претензий. Кстати, действительно что-то сог. Мы срываем его, я с собой срываю его, хотя я, блядь. Блять, два напула нахуй, сова сорвала, перебежали. Я знаю, что это. Отошли от огня. Жареные курицы. Ну хуйня творится вообще, блядь. Это не хуйня, это ты в огне сдох. Не знаю, я очень. Лёва. И сейчас мы точно не успеем. Ну так стопайте, пятёр заодно убейте. Стоим, ждем метеор, прибежали. По Финмосу прошел БР или? Нет, он тебя БРил. В огне не стойте, БР не его. Банка. Ура, он не отпрыгнул, блядь. Не флути. Рейд. А, ну да. Действительно, сова, блядь. Может, сама села полебах, не понимаю. Пометки сместитесь. Охуенные фридомы. Прям, блять, все ебало во фридомах.
Вынес. Стопнули по Халеону. Вперед. Вышли. Свет. Метеор, стопнули свет, Халеона не бьем. Метеор уебищный. На правый бок дракона стали все. И собрать адов. Тьма чуть тише. Стопнули тьма. 80. Сутка. На сотку перегнули, блять. Тьма, блять, стопнуть, ёбаный урон. Конченые. Бейте. Свет стопнули, тьма бьют. Стопнули тьма. Свету адов слить. Удалите адов, вынести дебаф. Тьма бьет, свет стопнули. Ады долили. Обе материалки бьют. Тьма стопнули. Свет падом. Свет по адам, тьма бейте. Обе материальности фул урон, Халеон. Спел. Прибежали. Что ты делаешь? Куда ты его крутишь? Он сам ходит. Полурон дали по Халеону. Это знаешь, что было? Это РНЖ не было, короче. Фига. Ты имеешь в виду, заходил в хитбокс? Волны Т5, не хватало РНЖ, нужно было ближе к Халеону вставать. У Мишки такое же, походу, у Паладина. Видел такое? Саню жалко. Не знаю.